Общественность Лакского района с размахом встретила чемпиона UFC Ислама Махачева. Боец, выходец из села Бурши, приехал на малую родину, чтобы разделить радость этой победы со своими земляками. Как проходили торжественные мероприятия, расскажет Анжела Гасанова. День в Лакском районе начинается шумно. Люди уже с утра собираются на въезде с плакатами и фотографиями Ислама Махачева, чемпиона UFC в легком весе. Очередного народного героя, который прославил Дагестан на весь мир. Ислам Махачев, он лучший боец в России. Все приехали, очень рады, что на нашей земле, на Лакской земле тоже такой праздник, что у нас Лаки стал чемпионом. А вот и он сам вступил на родную землю. Поздравления, общие фото и, конечно, автографы. Дальше огромная колонна машин. Гостей и жители района сопровождают Ислама Махачева в райцентр в Кумух. Здесь бойца ждут многочисленные болельщики. Люди движутся в мечеть для совершения обеденного намаза. А после праздничные торжества поздравляют Ислама Махачева ученики школы циркового искусства. Эквилибристы приехали из дагестанских огней. Поздравить Ислама Махачева собрались жители разных сел. Здесь представители Лакского района, Кулинского района, Новолакского района. Мужчины, женщины, дети, независимо от возраста. От себя чисто хочу сказать Исламу. Один поезд он взял. И жалоба, пускай второй тоже возьмет. Горды тем, что наш брат прославляет Лакский район, нашу республику. И, конечно, отцовское село Бурши, село матери Хулисма. Больше всех радуются школьники. Для них Ислам Махачев – старший брат, пример для подражания. Каждый получил возможность сфотографироваться не только со своим героем, но и подержать в руках заветный пояс чемпиона. Я желаю Исламу Махачеву, чтобы он выигрывал дальше все свои бои, чтобы не было препятствий в будущем. В Доме культуры Исламу Махачева торжественно вручают звание почетного гражданина Лакского района. Все пришли сюда услышать и увидеть самого бойца и его команду. Да, вот чтобы у нас в районе еще больше было чемпионов, и чтобы каждый год мы могли олимпийских чемпионов, чемпионов UFC здесь встречать. Всем спасибо. Главы всех лакских районов, выдающиеся спортсмены и родные Ислама Махачева говорят, чемпион прославил Дагестан. Все уверены, секрет этой победы в характере, в скромности и в упорном трудолюбии. Благодарят его родителей, тепло вспоминают Абдулманапа Нурмагомедова. Тренер бы, несомненно, гордился выступлением чемпиона. Собравшиеся здесь знают, по следам Ислама Махачева, простого парня из обычной дагестанской семьи, пойдут многие дети. А его самого ждет еще множество поясов, ведь карьера только начинается. Анжела Гасанова, Саид Хатиев, «Время новостей».